Даня ездил за стулом. Ну, кресло крутящееся. У него старый стул, скрипящий весь. Он теперь никак не вытащит его из багажника. Так, а я иду вон туда, в то здание. Надо получить там Сашин заказ на зоне. Она красится, они же едут на день рождения за город. Вот. День рождения будут справлять на стрельбище. Так как у них вся компания, они все познакомились и дружат на страйкболе, где они из Дани познакомились. Ну, кто не знает, это когда люди бегают с автоматами по лесу, воюют. Вот. Только это не пейнтбол, где стреляют краской, а это более современное такое оружие, как настоящее. Но я вам покажу. Вот. И у них прям, причем они участвовали, их команда участвовала в такой войне. Телевидение снимали. Я, по-моему, даже показывала. Или ВКонтакте, что ли. Вот. Были у меня фотографии и видео. У них там были вертолеты, танки. Вся вот эта техника. И там прям это снимали все на телевидении. Вот. Прям была война целая. Вот. И вот они все дружат. Ну, уже теперь семьи. Вот. Но все равно летом стреляют, бегают. Вот. Так что день рождения будет на стрельбище. Они там и постреляют, и поотдыхают. Вот. И я останусь с собакой и с котом. Вот так. Хмурая погода сегодня. Вот какие-то все тучки, тучки. А так вот неплохо. Вон, смотрите, и ветра нету. Хорошо. Ну, Витя вчера звонил тоже. В Черноморском плюс 12. Не ахти жара. А здесь 8. Вот. В озоне перерыв. 10 минут написано. Сейчас посмотрим. Так, сливы 152. Они такие жесткие, как деревянные. Нет. Не хочу. Были бы мягкие, я бы купила. А жесткие не люблю. Ребят, у моих, может быть, пустой холодильник, но камера морозильная забита, потому что, что это? Так, мама Таня из Москвы же присылает кур своих уток, но... Стейк тресковых пород минтай. Да. Прям. Так. Ну, тут макароны, кофе. Сегодня купила Вите чай. Этот. Из чага. Чага, знаете, такая есть. Кофе. Печенюшки. Печенюшки. Вот не люблю ходить в магазин без дела. Вот терпеть этого не могу. Ну, так как там закрыто,
Так, тут хлеб. То приходится. Борщ мой съели. Надо что-то еще готовить. Надо спросить у ребят, чего они хотят. Так, надо пойти йогурт, что ли, посмотреть. Вот он же йогурт. Сейчас посмотрю. Вот взяла себе йогурт. Такой коломенский. Клубника и банан. Ну ладно. Я этот банан сверху и клубнику снизу есть не буду. Ну, очень хочется. Так, ну это консервы. Это мне вообще. Это что, кувшинчики? Пластмасса. Так. Игрушки. Собачьи, кошачьи. Шампуни. Вон они, бумаги туалетные. Это мы купили. Так, это мои любимые ряды. Селёдочно-рыбные соленые, которые я теперь стараюсь обходить стороной. Пиво. Так, тут сыры. Сыр у нас есть. Трех сортов. Ну, в общем, ничего интересного, ничего меня не заинтересовало. Так. А, тут еще есть. Масла, лимонады. Ага, ну тут уже соки и алкоголь. Ага. Ой. Ой, ой, ой. Ой, ликер. Ликерчик. Так, вроде открылся. Пойду. Сколько же возможностей разных в больших городах. Какая-то почта тоже выдают. Какие-то ящички, ну, почту там получают. Озон, вот это, да чего только нету. Заказать можно, я не знаю, по всему миру что угодно. Ну и у нас в Крыму. Почта России. И ничего нигде не заказать. Обидно. Это мы с Алинкой на Новый год у Кости. Мне кажется, это последний, наверное, Новый год. Перед, как мы уехали в Крым. Ну, то есть 7 лет назад. Это Алинкина кукла. В ботиночках. Прям. Такая, они у нее все какие-то такие некрасивые. А вот эта овечка тоже с человеческим лицом. Вот они были, должны были быть вдвоем. Но Саша забрала, она так и осталась без ножек. Ей бы ножки сделать, хоть или какой-нибудь постаментик. Она у нее так вот и лежит. Это Алинкина шкатулка, я Саше отдала ее.
Там ее загранпаспорт, телефон, все ее украшения. Память Саши осталась. Меня очень умиляют вот эти туфельки. И платье, ведь это она сама же руками своими делала платье-то. Ну вот, я вам говорила. Это какой-то разобранный автомат. На всех балконах у них эти рюкзаки. Тут, блин, ножи. Сумки всякие. Вояки, одним словом. Видите, вот сумки мои, мое тут барахло на окне. И вот стоит голубчик, ну. Я с ним тоже умею обращаться. Замечательно. Еще с молоду. Ну что, принялась я разбирать вот эту коробку. Много, очень много всяких бусин. Смотрите, сколько агатов. Вены дракона, всякие тут. Чего тут только нет. Это что за бусина? А, это вот с таким рисунком. Ага, она одна. Так. Вот, смотрите, сколько лунного камушка граненого. Целое украшение можно собрать. Вот эти еще там такие есть. Вот этих вот много розовых. А вы посмотрите, столбушков-то вот этих вон сколько. Разных цветов. Вот таких вот кварца уже вот. Четыре таких штуки. Одна такая квадратненькая уже нашла. Рудракшу нашла индийскую. Стекло вот такое. В общем, короче говоря, тут... Ой-ой-ой, а какие интересные попадаются по одной бусине. Ну, я еще пока не разбирала так все. Потом там разберу дома. Ну, тут и черных много. И матовых, и блестящих. И яшму я видела. Вот, вот яшма. Ну, в общем, тут еще много чего. Вот. Так что я же всегда говорю, что это же прям для меня богачество. Ну, это я так сейчас по пакетикам разложу, что найду. Ну, еще же сейчас пороюсь. Найду еще. Я их по пакетикам разложу, чтобы уже мне дома не ковыряться. Очень прям я рада. Вот эти вот у меня есть, конечно, лунный камень-то есть. Вот, но вот такой формы нет. Ой, агат вообще. Вон, разные-разные. Еще найдутся наверняка. Надо только все это доразбирать. Вот этим и занимаюсь, пока мои в гостях. Пес спокойный прям. Вот они уехали, он спокойный. Поел, лег спать. Потом встал, пришел тут на меня, посмотрел и опять пошел спать. И кошка спит. Все спят у бабушки.